Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stick Battle. Так, у нас что-то в бараках, а ну-ка. Объединили. И что в итоге мы с тобой получили? Ага. Второго уровня викинги. И все, по-моему, да? По-моему, все. Так, у нас с тобой 479 000 монет. Давай-ка мы попробуем открыть пару паков. Так, трехзвездочный маг. Ого, трехзвездочный бомбер. Лучник. Слушай, ну это круто. Здесь кто-то у нас может еще прокачаться. А ну-ка. Так, маг. С кем ты? Ага, с любым. Ну-ка глянем. Так, эти маги соединяются с этими, а эти с этими. Ну что, допустим, у нас с тобой две ячейки освободилось. Соответственно, я могу поставить сюда, наверное, сделаем вот так. И кого-то нужно еще поставить. Может быть, мечников 6 уровня. Глупо, наверное, да? Ну, давай пока посмотрим вот такой расклад. Ну что, ребята, у нас 173-я миссия. Давайте-ка зададим жару. Нас 35 в армии, мы против 26. Ассасины. По красоте они побежали. Кто-то в комментариях писал: Рэй, а давай ты сделаешь серию, где будет чисто одна арена. Я тоже об этом подумал, и, наверное, следующая серия будет посвящена чисто арене. Так, паладин, не выделывайся. Все, ушатали мы его. Причем очень круто. Это я не буду делать, и мы двигаемся дальше. 174-я миссия. Их 29, нас 35. Опять у нас преимущество. Плюс не забываем про ассасинов, которые начинают колбасить лучников. И смотри, сколько я на рулетке накрутил себе бустеров. 3 заморозки, 4 динамита и 3... подмоги. Так что тут мы можем с тобой хорошо развернуться. Так, опять у нас тут, да? Левел 1 валькирии в магазине. Где? Ну где она? Ну тут объясни мне. Так, смотри внимательно. У нас 400 гемов. Я хочу, ребят, сегодня попробовать вытащить еще 50, и мы с тобой рискнем вот этот вот сундучок вскрыть. Надеюсь, нам попадется все-таки 50 гемов. Так, ну что. Здесь их 25, нас 35. Опять у нас преимущество. Ну, я думаю, здесь мы с тобой быстренько их запинаем. Так, тихо, паладиныч, куда вы делаешься? Готов. Блин, пират меня действительно радует. Ты посмотри, какой он крутой. Один на один. Тыч. Ну, у них огр тоже сильный. И у них паладин тут, ё-моё, посмотри. Так, стреляем, бомбим в паладиныча этого. Все, отдуплился он, короче. Побед за нами, а вот как раз и 50 гемов. Так, 38 тысяч монет мы получили. Ёк-макарёк, да неужели? Неужели мы с тобой получили конника? Это прям радость какая-то. Только единственное, что нам нужно будет его еще... ну, как говорится, разыграть и где-то получить. Так, ну что, 450. Ну что, рискуем, ребята? Да ладно, ну как так-то? Ну как так-то, ребята? Ну, трехзвездочный ассасин. Ай, ладно. С этим ничего не поделаешь. Ну, выпал нам ассасин трехзвездочный. Ну и фиг с ним. Так, давай смотреть, что у нас тут происходит. Опять куда-то мы побежали, да? За мечниками. Хотя, ты знаешь, тут победа будет за нами. Что-то мы тут быстро расклепали. Мои ассасины почему-то вернулись и начали бомбить магов. Вначале бежали вперед, потом почему-то пошли назад. Вот и все. И импов этих мы с тобой уничтожили. Так, двух мечников запинали. Прикольно. Слушайте, ну где же, в конце концов, коняха, а? 29 тысяч. Всего лишь 29 тысяч. Ну что, хард левел. Давай посмотрим, насколько он хард. Их 28, нас 35.
И что-то мне подсказывает, что ничего здесь хардового не будет. Так, погоди секунду. Они очень быстро сравняли счет. Упс, это как так получается, ребята, я не понял. Давай, 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 ракетами, ракетами, ракетами их вжариваем. Так, все-таки они проиграют здесь. Они проиграют. С ограми они не справились. За это звездюлей и получили. Ну что же, шикарно. Шикарно, что я могу тебе еще сказать по этому поводу. Нет, это мы пропускаем и идем на 178 уровень, обычный. 22 против 35. Куча ассасинов у них, да? Да, ребята, куча ассасинов. Вот, огры вовремя среагировали. Так, а тут что у нас получится? Два паладина. Слушай, победа здесь за нами. Посмотри, какое преимущество у нас. 21 против 2. Один. И последнего сейчас запинаем. Все. По красоте. Просто по красоте. Так, сколько у нас тут? 156 тысяч стоит следующий сундук. А, кстати, нам нужно с тобой уже 100 юнитов открыть. Ты понял? 100 юнитов. Для того, чтобы мы получили с тобой сундук. Даже не сундук, а фиолетовую карточку. То есть раритетную. Что у нас тут с тобой выйдет? Ну, мне кажется, тут мы победим. Как интересно, маги справились с моими, извини меня, ассасинами. Это, конечно, что-то из ряда вон выходящее. По большому счету, во всех онлайн-играх, да, и вообще в этих, в РПГ-хах, ассасины всегда у магов выигрывали. Всегда практически. Не берем в расчет там магов, которые имеют заморозку, или призывников, типа, да, там, самонеров. Всегда отдуплялись. Но здесь нифига. Здесь они просто накатили люлей моим ассасинам. Ты гляди, 56 их против. Но тут явно нам придется с тобой сделать что? Динамит. Естественно, ребята, прям в кучу эту. Бабах. Вот динамит в таком случае очень хорошо помогает, согласись, когда их дофигища просто. Так, запинываем, запинываем. Есть. Так, и сундучок у нас тут. 39 тысяч монет. Ну, а сундучок дает нам однозвездочного копейщика. Вот так вот. Зато хватает денег на открытие эпического сундука. Точнее, сундук обычный, там шанс выудить эпическую карту 5%. Так, тихо, 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 тихо. Так, подожди секунду, мы сделаем немножко попроще, вот так вот. Слушай, 5 уровня импы. Давай-ка мы с тобой поставим этих импов вот сюда. Хотя мечники, по-моему, у нас 6 уровня, да? Да, мечники будут, наверное, получше все-таки. Куда бы их поставить? Сюда. Ладно, стойте. Но импы были бы тоже неплохо 4-го уровня, согласись. Короче, ладно, не будем здесь гадать. Поехали, 181 миссия. Сейчас будем. Фу, тут вообще легче простого. Хотя огры, огры, обернитесь. На этот раз они почему-то тупят. Идут. Но мы тоже тут вырезаем ассасинами, не кисло, посмотри. Всех магов уничтожили. Так, смотри, нас 16. Да, тут победа за нами будет. Тут мы справились. Почти идеально. Ну, порадуй. Да, он только деньгами меня радует. Не чтобы подкинуть какого-нибудь юнита, да? А просто финансами. Ну что, их 29, нас 35. Тут даже не обсуждается, да? Просто порвем их. Погоди-ка, а у меня что, викинги где-то стоят? Их надо убрать. Надо викингов убрать и вместо них поставить, наверное, все-таки импов. Да, мы так с тобой, пожалуй-ка, и поступим. Что это такое? Нет, спасибо большое. Это мне не нужно. Хочется, но не нужно. Так, где у меня варвары эти стоят? Вот они, спереди. Вот вместо них мы как раз, знаешь, что сделаем? Смотри внимательно, мы поставим с тобой импов сюда.
А теперь поменяем местами с мечниками. Вот так. Я думаю, будет лучше всего. 183 миссия, поехали. 29 против 37. Я смотрю просто за своими этими ассасинами. Нормально у них получается уничтожать этих лучников. Просто круто вырезают, смотри. Офигенное преимущество. 26 юнитов у нас осталось, а у них 0. Продолжаем баталии. Так, а вот здесь уже их больше. Мы можем, знаешь, что сделать? Вот так вот. И все. И сразу итог становится в нашу сторону. Сейчас этого паладина только ушатаем. А я с этим разберемся с полтычка. Идеально. Ну, как всегда, только лишь деньги. Только лишь монетки. Так, ну-ка. Вот фигня-то, а, полная. Чё ж ты зависла-то? Пожалели, наверное, да? На сундучок мне. Наверное, пожалели. Ладно, друзья мои, 185 уровень. Тут, кстати, голда. И посмотрим, сколько здесь вражин. 22 всего лишь. Почему так мало? Непонятно. Ох ты, какие маги. Прикинь, какие мощные маги у них. Они всех моих ассасинов просто разорвали. Это что за выкрутасы, я не понял. Так, ребята, поднажали, поднажали. Мы не должны здесь проиграть. Так, огры, не падайте, пожалуйста, раньше времени. Ты прикинь. Это что за... Это что за фокусы такие, я не понял. Какие-то нищеброды, извини меня, маги смогли меня победить. Ну-ка. Да ну, что-то не то, ребят. Давай-ка вот так сделаем. Подкрепление призовем. Смотри, совсем другое дело. Немножко лучников просто позвали и все. И совсем другой расклад получается. Ну, маги, конечно, эти жесткие. Они выдерживают даже удары огров. Не ожидал. Хотя у меня такие же есть маги, правда их мало, но они есть. Так, смотри, у нас с тобой... Ох ты, 217 тысяч, ну-ка давай. Слушай, ну это круто. Это круто выпало мне, ну-ка. Так, сюда, да? А его можно теперь? Да, можно соединить. Так, а что изменилось? По-моему, на дубинке появились более выраженные шипы. И освободилась у нас с тобой ячейка. Так, эту ячейку можно забить кем? Так, я думаю, наверное, все-таки можно поставить варваров. Трехзвездочных, зеленых. Или же все-таки ассасинов. Блин, или все-таки ассасинов, а? Вот этих вот. Давай, наверное, вот... понятно. Они не особо прокачанные. Не особо прокачанные. Ладно, пускай остаются. У нас 186 миссия. Поехали. Опять 51 воин. Так, где мой динамит? Где мой динамит? Ай, ну это круто, конечно. Без динамита нас бы тут порвали. Просто количеством раздавили бы. А так сразу половину с одного, как говорится, взрыва снесли. Давай, допинывай вот этого вот. Все. Прекрасненько. Так, что у нас дальше? 187 миссия. Надеюсь. Ну, я думаю, здесь справимся своими силами. Так, ассасины мои там потихоньку-потихоньку бомбят. Но их очень быстро опять же ушатали. Что за маги вот эти вот такие имбовые? Объясните мне, пожалуйста. Очень имбовые. Оу-оу, мы теряем, кстати, ребята, юнитов.
Так, лучники. Нет, лучников, если очень много иметь отрядов прокачанных, очень хороши. Так, пиратик упал. Жалко, конечно. Держался он молодцом. Ну, главная победа, верно? Ну, как всегда, финансы. Так, интересно, мы сегодня до 200-й миссии сможем дойти? Хотелось бы, на самом-то деле. Ну, вроде бы нас тут больше. Да, пошло сокращение врагов. Причем существенные. Что-то мои ассасины, ребята, в последнее время совсем никуда не годятся. Почему? Потому что они очень быстро погибают. Я уже это замечаю не один поединок. Возможно, придется их заменить. Вот только на кого? Пока не на кого. Будем терпеть. Будем ждать определенных бойцов. Как только у нас кто-то появится, топовый сразу поменяем. Так, смотри. У нас огр с тобой остался один. Так, голем, ты справишься в одно лицо? А, тебе уже лучники помогают. Все, я понял. Огр идет, ему по барабану на все. Робота завалили. Офигеть, огр прошел через все поле, чтобы уничтожить всего лишь одного юнита. Офигеть. Ну что, 190 уровень, невозможный написано. Невозможный. Сейчас посмотрим, а мне кажется, все очень даже возможный. Вот смотри на моих ассасинов. Они магов этих вообще завалить не могут. Просто, смотри. Сколько им нужно сделать ударов, чтобы хотя бы одного завалить. Да, ну, по крайней мере, они отвлекли. Так, пират, бедный мой. Их сейчас его завалят. Ну, правильно, тут вся армада против него. Но, тем не менее, победа-то все равно будет за нами. Да. Маги, конечно, вот эти что-то вообще какие-то супер имбовые. По-другому я не могу назвать. 41 тысяча монет и сундучок. Так, лучник двухзвездочный. Так, секундочку, мы можем, видимо, да. Так, четвертого уровня. Ну-ка, с кем у нас соединяется? Здесь. Ну, смотри, у нас с тобой уже два отряда неплохих лучников, так что... По деньгам у нас хватает? Хватает. Трехзвездочный ассасин, которого тоже можем прокачать. Ну-ка. А, надо делать вот так. Это вот с ними. Слушай, а этих мы с этими? А этих с этими? Йоу, смотри, какие они уже у них. Капюшончики и теперь воротнички появились. И две ячейки мы с тобой освободили. Фух. Так, стопы, не то я делаю. Давай подумаем, кого тут лучше взять. У нас есть викинги третьего уровня, да? И есть бомберы. Наверное, может быть, нам стоит сюда вот поставить бомберов, а сюда взад... Взад. Назад. Поставим викингов. Вот таким вот образом. Ну что, 191-я миссия. Давай посмотрим. 10 уровней и будет 200-я миссия у нас. Так... Пока, ну пока вроде бы мы идем нога в ногу. Все, они начинают фейлиться. Если этот огр упадет, а он упал. Все, тогда прощайте, ребятушки. Кара идет в виде огра до вас. Бумс, минус лучник. Так. Пират-красавчик просто пробивается через толпы врагов. Причем как ему так легко все это удается? 31 тысяча монет. Ну что же, двигаемся далее. 45 против 36. Обалдеть, у него сколько ассасинов. Что будем делать? Я знаю, что. Вот что. Подмогу призвали. Да, 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 да. Лютый расколбас практически моментальный. Я даже глазом не успел моргнуть, как мы их всех тут уже наказали. Вот таких вот боев надо побольше. Да, 5.52. Ну-ка, давай не будем сейчас ничего делать. Никаких бустов применять. Я просто хочу посмотреть, справимся мы сами или нет.
По идее, как бы должны. Но это по идее. Как уже будет на практике, я не знаю. Слушай, по-моему, и на практике у нас то же самое получается, да? Мы сейчас их завалим. Слушай, а викинг очень хорош против лучников, оказывается. И к тому же он очень быстро бегает. Быстрее всех добежал до сюда. Так, он меня радует. С каждым разом все больше и больше. Прокачать бы его, конечно. Ну, здесь почти на равных. И у него очень мало магов. А нет, магов достаточно. Причем они очень быстро среагировали. Зато у него два паладина. Вот с ними нужно разобраться. Да ёк-макарёк, ну паладины вшивые никак не хотят падать. Есть, уронили. Так, мы должны, по идее, выиграть здесь. Хотя тут отряд лучников еще немножко подтянулся у него. Где-то он там сзади зависал. Не знаю, где он там шоркался. Тыч. А камень голема почему-то не убивает лучников с первого удара. 195-й, еще 5 уровней. Еще 5 уровней и будет 200-очка. Так, 29 против 36. Ну тут, я думаю, всем понятно, да? Итог. Завалили. Огра. Пират 1-1 с огром. На! Я тебе говорю, пират крутой. Когда вот именно он получил уровень, он стал вообще топовым. Когда он был простой и обычный, да, не прокачанный, он был какой-то ватным. Но здесь он очень крут. Так, едем далее. Без остановки, как говорится, бомбим. Целая куча бомберов. Ну, допустим. Робота запинает моего? Нет, не запинает. Не хватило им силенок. За это они будут жестоко наказаны. Блин, мне эти импы что-то не особо нравятся. Вот если честно. Ай-яй-яй, пиратик уронил. Уронил пиратик мой. Ну? Давай-давай, лукари. Сейчас прикинь, еще выиграю здесь. Да не, быть такого не может. Хотя я был бы в шоке немножко, если бы эти маги запинали бы моих юнитов всех оставшихся. Чуть-чуть еще осталось. Так что погнали. 31 юнит у вражин. Уже 26. Что-то мы их быстро тут начинаем полосовать. О, у них викингов, смотри, целый отряд. Но это, я думаю, их как-то не спасет. А вдруг спасет? Не, вряд ли. Давай, Огр, на. Получи. Все. Тут на изи получилось. Двигаемся. Так, подожди, мы сможем с тобой? Нет, чуть-чуть не хватает. Буквально одной тыщенки, чтобы мы могли с тобой. Так, тихо. Так, 31. Бомбардируй вот этим плешивый, а. Посмотри. Все, испустит сейчас дух наш вражина. Хотя, смотри, смотри, что происходит. А, нет, все, выровнялись. Тут пошел небольшой перевес, причем такой быстрый. А потом стабилизировалось все. Да. Все, ушатали мы их. Ну, а вот теперь я могу взять. Опа, ассасинчик. Но, к сожалению, я его не могу прокачать. Кто-то говорил, что вот здесь можно посмотреть юнитов. Да, ребят, я знаю, что здесь можно посмотреть юнитов. Какого уровня и тому подобное. Здесь вообще никакого описания нет, грубо говоря, да? Есть описание, начиная вот здесь. Видишь, chain lighting, то есть электрический разряд. Это у нас огры. Aftershock. Эпический. Капитан Барбосса. Что-то выпивает ром и восстанавливает себе здоровье. А также повышает дамаг. Слушай, ну я и говорю, что он как подопьет, начинает сразу валить всех налево и направо. Ух ты, самурай. Shadow Slash. Так. Блин, как я хочу Мефисто получить, ребята. А, кто бы знал. Фига себе. Первый уровень 1000 хп, на втором уровне у него уже 2000 хп. Обалдеть, прокачка. Король Лич.
тоже легендарка. А, Фаермаг — это тоже легендарка. Так, Морозный лучник. Блин, вампир. Ну, видишь, вампир только на випке приобретается. Рипер. Тоже легендарная карта, ребят. Все, легендарки закончились, да, на этом? А здесь чисто эпики, да, здесь чисто эпики. Ух ты. Так, какие-то наездники на воргах. Так, маг льда. Вот он, капитан самурай, голем. А вот здесь кто у нас? Так, ну понятно, это лучники. Это леонидосы, бомберы, импы. А, гоблин с копьем, вот кто. Это все-таки викинги. Я их назвал варвары, викинги. Точно их звать викингами. Так, огр. Потом идут ассасины. Кавалерия, которой у меня нет до сих пор. Бравлеры. Опа. Рыцарь смерти. Нифига себе, я такого даже у врагов пока не видел. Ну, это гендальфы. Ведьмы, мы видели. Открывается на 600 уровне. Валькирия, хоть бы одна выпала. Ох ты. Меркмен. С пушкой на 250 уровне открывается. Паладина тоже у меня нету. Ну, робот есть, а тут уже пошло. Да, еще дофигища, ребята, тут юнитов. Особенно, которых у меня нету. Ну что, 199-я миссия. 35, 36. Поехали. Кто кого, как говорится, запинает. Так, мой огр против кучи ассасинов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, справились. Смотри, как мы их тут заклепали, а. Ух. Возможно, кстати, пират за счет этого и выигрывает. То есть он бухнул, восстановил себе здоровье, дальше начинает драться. У него здоровье отняли, он опять бухнул, восстановил здоровье и драться. Круто, кстати. Ну что, 200 уровень, и мы с тобой получим эпический сундук. Так что давай посмотрим, кто у нас тут. 31 против 36. Ну, два огра у него, да, не спорю. Сейчас мы посмотрим результаты. Так, они жестко фейлятся. Так, сравняли. Сравняли счет, прикинь. Так, вручайка. Срочно нужно вручайку врубать. Что-то как-то хреново вручайка-то сработала. Не, нормально, нормально. Помощь. Блин, вот эти вот огры с паладином как-то ни туда, ни сюда. Рубим, рубим этих магов. Так, ну что, у нас с тобой остается одна бомбочка и одна заморозка. 43 тысячи плюс сундук. И смотрим. Двухзвездочный ассасин. Насмешили вы меня со своими ассасинами двухзвездочными. Так, четырех... Подожди-ка. Давай вот сюда вот я поставлю, наверное, четырехзвездочных ассасинов. Они будут лучше, чем эти импы. Мне так кажется. Так, ребят. Наверное, на сегодня будем закругляться. У нас 201-я миссия начинается. Обязательно увидимся в следующей серии и, конечно же, продолжим играть. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.